У нас, значит, еще осталась одна важная тема. Это решение, ну, скажем так, плохо обусловленных задач. Так, ну что это такое, я просто попытаюсь объяснить. Вот часто на практике возникают такие ситуации, ну вот особенно раньше это было. Ну, приходили военные сюда, форс в погонах, и просили там решить задачу. Ну как, вот есть прибор, там ну, надо провести калибровку параметров. Ну, параметров, скажем, 3 штуки. Ну вот они меряют, есть входной сигнал, есть выходной сигнал. Измерение происходит с какой-то погрешностью. Ну вот они померили, там, скажем, 10 раз померили. Ну что, ну известно, что это линейный преобразователь, даже линейный, не то что нелинейный там. Вот, линейный преобразователь. Ну, получается там 10 уравнений, 3 неизвестных. Ну, понятно, что поскольку все задано с погрешностью, система уравнений решения не имеет. Объяснять это военным дело бессмысленное достаточно. Они таких слов не понимают. Они говорят, ну, надо решить. Вот. Значит, то есть надо, ну, с чего надо начинать? Надо определить, что такое решение. Ну, если система не совместная, а решать надо. Надо сначала определить, что такое решение, ну и это решение каким-то образом должно соответствовать тому, что они хотят получить. Вот. Ну, это вот один из примеров. Второй пример, вот, который мы с вами будем разбирать, вот, это, предположим, у нас есть система уравнений, то есть я буду рассматривать самый простейший случай. То есть пусть у нас, значит, будет система уравнений АХ равно Б. Скажем, матрица А симметричная, положительно определенная. Вот. А спектр матрицы устроен следующим образом. Вот есть... Значит, собственно, числа лямбда 1 и так далее, какое-то лямбда k, это собственное число порядка от единицы. То есть они порядка единицы. Вот. А остальные собственные числа, там лямбда k плюс 1 и так далее, лямбда там m, они много меньше единицы. Так, ну что такое много меньше, надо каждый раз оговаривать. Вот. Ну давайте посмотрим, что... Так, как будет выглядеть решение этой задачи? Ну, решение можно выписать в явном виде, да, если сделать предположение, что мы с вами знаем все собственные вектора. Да? Итак, у нас будет решение, значит, правую часть мы разложим по собственным, правую часть разложим по собственным векторам. Будет сумма b житое на e житое, g равно от единицы до m. Да? И x будем искать в таком же виде. То есть x, будем, x с чертой решения будем искать в таком же виде. Это будет сумма x житое на e житое. Решение ищем в таком же виде. Ну, подставляя вместо x вот это представление, ну и приравнивая коэффициенты при e житое, мы получим, что x житое равно чему? B житое делить на лямбда житое. Вот все. Это точное решение задачи. Теперь давайте посмотрим, что будет, если у нас правая часть задана с погрешностью. То есть вместо b у нас будет стоять какое-то b с волной, вектор b с волной, равный b, плюс возмущение. Плюс возмущение, обозначим его какой-то дельта b. Да? Вот.
Ну что, делаем все то же самое. Значит, здесь у нас будет это B с волной, мы опять представляем в виде, значит, сумма будет по G от единицы до M, а тут будет стоять так B житое, а тут будет стоять дельта B житое на E житое. Ну и, соответственно, приближенное решение нашей задачи, оно будет иметь вид. X с волной будет равно сумма, ну дальше коэффициенты какие будут, b житое делить на лямбда житое, e житое, да, то есть это просто точное решение будет. Это точное решение, значит, x с чертой, плюс погрешность. А погрешность будет выглядеть вот таким вот образом. Сумма по g от единицы до m, дельта b житое на лямбда житое e житое. Все. То есть, если мы посмотрим... Ну, норма чему? Лямбда житая, ну тут есть как. Вот эту вот погрешность, ее можно разделить на две части. На так называемую гладкую составляющую. То есть гладкая составляющая, ну вот эти слова я говорю, гладкая составляющая означает вот та часть решения, которая соответствует вот компонентам спектра лямбда 1, лямбда k, то есть которые имеют порядок единицу. Вот. А вот это будем называть лямбда k плюс 1, лямбда m, эту часть будем называть сильно осциллирующей. Эту часть будем называть сильно осциллирующей. Ну тогда погрешность мы можем разбить каким образом? Погрешность у нас разобьется на две части. Это будет, значит, сумма по g от единицы до k, да? Дельта b житое на лямбда житое, e житое. И плюс сумма по g от k плюс 1 до m. Дельта b житое на лямбда житое, e житое. Итак, та часть погрешности, которая является гладкой, да, ее норма будет чему равна? Ну, система ортонормированная, значит, есть равенство Парсеваля, там все нормально. Значит, норма этой погрешности, вот эта вот норма, ну, давайте так, в квадрате, да, она будет иметь порядок какой? Сумма по g от единицы до k, дельта b житое в квадрате. Да, вот эта часть. Ну, потому что лямбда житое имеет порядок единицу. Это порядок единица. То есть я это просто заменил единицей. Ну, и это вошло в константу c. А вот с этой частью, которая является сильно осциллирующей, дело обстоит намного хуже. Почему? Ну, потому что, значит, здесь норма будет чему? Лямбда житое, они близки к нулю. То есть вот коэффициенты, они маленькие. Они маленькие, но они делятся на малую величину и становятся большими. То есть несмотря на то, что исходная погрешность, если мы будем считать, что исходная погрешность у нас, а именно норма, погрешности дельта b, ну это будет равно, так, давайте напишем так, это равно чему? Корень квадратный, да, по g от единицы до m, дельта b житое в квадрате, да, 1/2. Будем считать, что это просто равно дельта, да? То есть среднеквадратичная норма это какая-то малая величина, ну это... Дельта. Ну, здесь у нас что будет?
Здесь вот эта дельта делится на маленькие коэффициенты, оно становится, ну, может быть, как угодно большим, в зависимости от того, как спектр устроен. Все. Вопрос, что делать? Вот в свое время, значит, было предложено несколько подходов к решению таких задач. Ну, а такие задачи, они возникают при решении интегральных уравнений первого рода. Там интегральный оператор, он является вполне непрерывным. Ну, значит, спектр его – это просто последовательность. Ну, если ядро там симметрично, то спектр является действительным, ну и там он сходится просто к нулю. Как учили там на третьем курсе, да? Так. Ну и что же, то есть, а решать такие задачи надо. То есть это очень популярная задача в геофизике. Ну вот разведка нефти там, ну вообще других полезных ископаемых. Вот. Что делать? Ну вот я буду рассказывать про один из подходов, который предложил в свое время Тихонов. Это было где-то 60-е годы, ну, прошлого века. Он называется метод регуляризации Тихонова. Вот. Ну, я его буду рассказывать просто в моей интерпретации применительно к этой задаче. Основная идея такая, что вот у нас задача все равно плохая, да? Но она плохая. Правая часть у нас задана приближенно. Ну, давайте испортим еще и оператор. Но все равно жизнь устроена плохо. Да? Вот. Так, ну вот теперь я хочу сказать несколько таких философских вещей, которые надо запомнить. Так, это для жизни полезно. Итак, вот некорректную задачу, а эта задача является некорректной, то есть малому изменению входных данных соответствует большое изменение решения. Некорректную задачу решить нельзя. Все. Вот это надо запомнить. А решить надо. Значит, решить мы можем только, если мы знаем какую-то дополнительную информацию. Какую-то дополнительную информацию. Так, откуда эта информация берется? Ну, как правило, она берется из постановки задачи. То есть не из математической постановки, а из физики, из химии. Ну, откуда возникла эта задача? Там просто люди говорят, а вот вы знаете, там надо вот, чтобы было вот так, так и так. Ну, и вы начинаете смотреть и говорите, о, ну, понятно. То есть вы просто сужаете класс. Вы сужаете класс, где ищется решение. И оказывается, что на этом классе можно решить задачу. Вот в данном случае мы сделаем дополнительное предположение, а именно, решение исходной задачи принадлежит гладкой части спектра. То есть решение у нас хорошее. Итак, решение у нас принадлежит гладкой части спектра, то есть здесь x чертой это будет сумма не от единицы до m, а от единицы до k. Все, проблем нет. Из-за того, что у нас правая часть, ну тогда мы что сделаем? Приближенное решение, это будет опять точное решение, вот k, а с погрешностью, от погрешности нам никуда не деться, потому что в погрешности есть сильно осциллирующая часть. И вот она за счет того, что делится на малое значение, на малое собственное значение, она может быть как угодно велика. Ну, поступим следующим образом, вот то, что я сказал. Давайте испортим исходную задачу, испортим оператор. Вот. Ну, Тихонов это делал в более общей постановке. Ну, я вот для самой простой задачи рассказываю, как это выглядит. Итак. Поступим следующим образом. Значит, вместо задачи
АХ с волной равно Б, мы рассмотрим задачу такую. А альфа, х альфа. Ну, это по определению. То есть вместо А мы поставили А альфа. То есть каким образом надо испортить задачу? Что нам мешает? Нам мешает спектр, который слишком близко расположен к нулю. Ну, давайте его чуть-чуть отодвинем. Но все равно у нас задача с погрешностью задана. Итак, мы берем, ну, просто сюда, поскольку здесь положительно определенное. Все, ну, давайте просто прибавим единичный оператор. Итак, это будет А плюс альфа на единичную матрицу x альфа равно b с волной. И будем решать вот эту задачу. Ну что, ну делаем все то же самое. Делаем все то же самое, что и раньше. То есть x альфа. Так. Значит, так. X альфа, так, x альфа, это будет равно, ну, значит, берем коэффициенты разложения по ортонормированной системе, это будет сумма по g от единицы до m, b житое с волной, это будет просто b житое, да, плюс дельта b житое, и надо разделить на собственное значение оператора. Собственное значение вот этого оператора будут какие? Лямбда житое плюс альфа. Вот у нас какое будет в данном случае приближенное решение. Вот мы его выписали. Ну, а дальше, как говорится, все дело техники. Остальное дело техники. Вот главное это была идея. Что, ну, как там? Как это называется? Клин клином вышибают, да? То есть вот была плохая задача, а мы давайте ее еще испортим. Вот. Ну, она все равно плохая. Итак. Чему это будет равно? Ну, давайте смотреть погрешность. Итак, x альфа минус x с чертой, это будет равно, значит, сумма по g от единицы до m, b житое, минус плюс дельта b житое, делить на лямбда житое плюс альфа, минус b житое, вот так, так, извините, b житое делить на лямбда житое, так, на e житое, и пишем равно. Дальше просто надо писать. Итак, b житое. Итак, b житое. Здесь будет лямбда житое минус лямбда житое плюс альфа. Так, будет. Итак, равно сумма по g от единицы до k. Ну, значит, то, что больше k, это b житое равны нулю. Просто. Мы предположили, что у нас решение принадлежит гладкой части спектра. Итак, b житое. Как будет минус. Тут будет стоять альфа. Лямбда житая плюс альфа на лямбда житая
Б житое на Е житое. Да? Это я вот то, что взял, просто вычел из одного другое. Да? Ну и теперь остаются члены с дельта Б житое. С дельта Б житое у нас останется такой плюс сумма по G от единицы до K. Дальше будет дельта B житое делить на лямбда житое плюс альфа E житое. Так. И плюс сумма по G от единицы до K дельта B житое на лямбда житое плюс альфа E житое. Так, вроде бы я все написал правильно. Так, давайте еще раз проверять. Итак, вот я взял, выписал, как выглядит погрешность. Теперь при b житом коэффициент какой будет? Единица на лямбда житое плюс альфа минус единица на лямбда житое. Вот я это все записал, привел к общему знаменателю. Знак минус стоит, но это не принципиально. Вот так. Теперь погрешность у меня будет дельта b. Так, вот то, что к дельта b житому относится, остается, значит, дельта b житое, да, здесь делить на лямбда житое плюс альфа, это вот сумма от единицы до k, ну и остается так, извините, вот здесь сумма от k плюс 1 до m. О. Вот теперь все правильно. Ну что, давайте искать погрешность, норма, как будет выглядеть. Итак. Отсюда следует, что норма суммы меньше равна сумме норм, да? Итак, норма, имеется в виду обычная эвклидова норма, значит, норма x альфа минус x чертой, это будет меньше равно, так, смотрим вот эту вот норму, первую, как ее оценить? Ну, коэффициент альфа. Альфа у меня никуда не денется, я просто вытащу его за скобки. Так. Лямбда житое, все имеют порядок единицы, то есть я их заменю единицей. И единицы плюс альфа я заменю на меньшую величину, просто на единицу. То есть остается просто b житое. Итак, альфа на норму, так, ну, константу какую-нибудь поставим, там, c1, потому что я говорил, что вот это вот, ну, эта константа зависит вот от этого o, от единицы. Итак, c1, альфа, и здесь остается норма правой части. Все, только b житое остается. Так, теперь дальше. Вот здесь. Что будет? Следующую сумму надо оценить. Надо оценить следующую сумму. Здесь лямбда житое порядка единицы. То есть я альфа выбрасываю, коэффициенты я увеличиваю по модулю. Остается только дельта b житое, а тут единица будет, да? Ну, опять будет плюс, там, та же самая c1 будет, да? На норма дельта b. То есть я расширю все. Вот эта вот величина, она... Так, то есть норма погрешности, я ее даже расширил. И остается вот эта вот еще, сильно осциллирующая часть спектра. А здесь я ее оценю по-другому. Я здесь лямбда житое, поскольку они близки к нулю, в данном случае, я их просто заменю нулем. При этом коэффициенты по модулю опять увеличатся.
Значит, будет что? Будет плюс единица, будет плюс плюс, значит, будет плюс будет единица на альфа, да? Единица на альфа на норму. Так, на норму дельта b. Вот так вот. Все. Ну, теперь дальше можно что сделать? Вот эту вот величину. Ну, поскольку мы считаем, что альфа малый параметр, да, мы не можем сильно менять исходный оператор, то я просто сюда поставлю множитель единицы на альфа. От этого у меня неравенство только усилится. Это будет, значит, меньше равно. Ну, напишем так. С1 альфа на норму b, норма правой части, да, плюс... Ну, какая-то константа будет c2 делить на альфа норма дельта b, да? Ну, норма дельта b у нас оценена. То есть это будет меньше или равно c1 альфа норма b плюс c2 делить на альфа и умножить на дельта. Ну и теперь встает вопрос, как надо выбрать альфа? Ну понятно, что альфа надо выбрать таким образом, чтобы вот эта величина, вот правая часть, ну, была минимальной. Ну и давайте вот это будем минимизировать. Минимизируем по альфа. Ну, все делается просто. Как учили, берем производную, будет c1, норма b, минус c2, дельта, делить на альфа квадрат, приравниваем к нулю, отсюда следует, то есть нас точное значение не интересует, нас интересует асимптотика, нас интересует качественно. Как надо выбирать вот это альфа? Ну, отсюда вот следует, что альфа будет О большое от корня из дельта. Да? О большое от корня из дельта. Ну и тогда погрешность, в этом случае погрешность, и в этом случае погрешность тоже будет иметь вид. Итак, норма x альфа минус x чертой. X альфа минус x чертой, значит, будет равна О большое от корень из дельта. Ну что, это уже кое-что. То есть правая часть у нас, значит, задана с точностью дельта. Оказывается, что в данном случае мы можем получить решение с точностью корень из дельта. Надо учесть, что в исходной задаче мы вообще ничего получить не могли. Просто ничего. Ну вот, на самом деле... На самом деле здесь ситуация, ну, примерно такая же, вот как с аппроксимацией функций. Вот мы хотим аппроксимировать функцию, да? Мы не должны брать ее мерить слишком часто. То есть есть какой-то оптимальный шаг, с которым мы ее можем мерить. И если мы ее меряем слишком часто, то ничего хорошего из этого не будет. Вот. Ну, вот то, что я рассказал, на самом деле это...
Это вот метод регуляризации. Вот, ну, был еще вот Лаврентьев предложил другой подход. Он предложил искать так называемое нормальное решение. То есть мы берем норму невязки, да, вот нам систему надо решить, мы берем норму невязки, ax минус b в квадрате, и берем ее, просто ищем минимум. Ищем минимум. Ну, таких решений может быть много. Вот вообще, вот система может иметь много решений, да? Но среди всех решений мы ищем минимальное. Если решения нет, а не важно, минимум-то этого функционала существует, вот мы его просто называем решением. Вот. И каким-то образом находим. Вот. Так, был еще вот один человек, значит, по фамилии Иванов. Это ученый из Свердловска, ну, теперь называется Екатеринбург. Вот. У него был еще один подход к решению такого сорта задач. Ну вот, эти три человека, на самом деле, они опубликовали, ну, у каждого из них была своя школа, они опубликовали достаточное количество работ. Ну и за вот этот цикл работ получили Ленинскую премию. Это было очень много. Вот. То есть это считалось, ну это действительно такие серьезные были очень результаты. Вот они получили Ленинскую премию. То есть это позволило вот решать, ну, новые классы задач. Ну вот одна из задач, которая решается вот таким образом. Это, ну, наверное, в кино видели, вот как, ну, как фотографии восстанавливают. Вот, предположим, вы едете на поезде, поезд едет очень быстро, вы берете фотоаппаратом, пытаетесь что-то снять, но если освещения недостаточно, у вас снимок получается размазанным. Вопрос, как его обрабатывать? Ну, вот это как раз некорректная задача. Вот. Ну, сейчас будет такая тема, это методы решений систем нелинейных уравнений. На самом деле, вот первое, что следует сказать, что эта задача, она в полном объеме до сих пор не решена, и вообще все это находится на уровне искусства. Вот есть набор каких-то приемов для решения такого сорта задач. Вот. Но даже задача нахождения корней многочлена, вот многочлен одной переменной, нахождение корней в общем случае – это проблема. Вот если вам удалось корни локализовать, дальше найти их, ну, все просто, да? Вопрос в локализации. И чтобы вы знали, сколько корней там и так далее. Итак, давайте перейдем к постановке задачи. Какие задачи мы будем смотреть, рассматривать? Итак, вот задача вот такого типа x квадрат плюс y квадрат равно нулю, то есть одно уравнение с двумя неизвестными. Такого сорта задач мы рассматривать не будем. Понятно, что это какая-то, ну, здесь просто есть вырожденность. То есть если правая часть отлична от нуля, у вас там бесконечное множество решений. Да? Это целая, это окружность. Вот. Ноль, у вас решение единственное. Ну, ясно, что это вырожденный случай. Такого сорта задачи мы рассматривать не будем. Мы будем рассматривать систему уравнений, m уравнений, m неизвестных. И уравнения нелинейные. Вот. И будем... Итак... Ну, самое первое, значит, о чем я должен сказать, это
метод простой итерации. Да. Итак, пусть у нас есть уравнение x равно f от x. Пусть у нас есть вот уравнение такого вида. В Банаховом пространстве. Будем говорить, что отображение f является сжимающим. Отображение f является сжимающим, если норма f от x минус f от y будет меньше или равно какой-то q на норму x минус y. И q меньше единицы. Так, ну давайте покажем, что в этом случае решение существует единственное. Докажем, что решение существует, и оно единственное, ну и укажем алгоритм, как его находить. Итак, ну первое, предположим, что у нас два решения нашего уравнения. Ну, как всегда, рассматриваем разность. Норма x минус y. X является решением этого уравнения, и y является решением этого уравнения. Это будет равно норма f от x минус f от y. Это будет меньше или равно, поскольку отображение сжимающее, q на норму x минус y. Ну, q меньше единицы, отсюда следует, что это неравенство может быть тогда и только тогда, когда x равно y. Все. Рассмотрим итерационный процесс. X n плюс первое равно f от x n. Ну и какое-то задано x0. Вот этот метод называется методом простой итерации. Ну, докажем, что эта последовательность сходится. Ну, как учили на матанализе, что надо проверить? Итак, смотрим, проверяем критерий Каши. Значит, норма x n плюс p минус xn. Так, критерий Каши напоминать не надо, я надеюсь. Итак, смотрим. X n плюс p минус xn. Это будет равно, ну, я так подробно распишу, это будет f от x n плюс p минус 1 минус f от x n минус 1. Это будет меньше равно q на норму x n плюс p минус 1 минус x n минус 1. Ну, теперь дальше понятно, что писать. Это будет меньше равно, да, меньше равно q в степени n. Ну, n раз проделаем все то же самое. Так, будет q в степени n на норму x в степени xp. Xp минус x0, да? Это я пишу, будет меньше равно q в степени n. Здесь открываем скобку. И xp минус x0, я это запишу следующим образом. Xp минус 1
плюс xp минус 1 минус xp минус 2 и так далее. То есть это будет меньше равно норма xp минус 1 плюс норма xp минус 1 минус xp минус 2 плюс так далее, плюс последнее будет x1 минус x0. О, все, скобку закрыли. Так, это будет меньше равно q в степени n. Теперь скобку открыл. Так, xp минус xp минус 1, это что будет такое? Здесь вот мы ставим f от xp минус 1 минус f от xp минус 2, да? И вот это я оцениваю с помощью того факта, что отображение сжимающее. Ну, то есть все то же самое, что и раньше. У меня выскочит q. Q в какой степени? Q в степени p, да? Q в степени p. Так, сейчас надо сообразить, p или p минус 1? P минус 1. Следующее будет плюс q в степени p минус 2, так далее, плюс единица. Все. И на норму x1 минус x0. Так. Ну, прогрессию я просто просуммирую до бесконечности. Значит, что у меня будет? Меньше равно q в степени n делить на единица минус q. Да, норму x1 минус x0. Ну, поскольку правая часть у меня не зависит от p. Ну, что это означает? Это означает, что для любого эпсилон больше нуля существует n большое, такое, что для всех n больших n большого и для любого p больше единицы, вот эта разность будет меньше эпсилон. Ну, очевидно, что вот надо, чтобы вот это было меньше эпсилон. Все. То есть метод сходится. Так. Ну вот я говорил, значит, про эти самые... при доказательстве теоремы я предполагал... Ну, поскольку у нас Банахово пространство, оно полное, значит, xn – это последовательность сходящаяся, и предел существует. Все. И мы доказали, что он единственный. Вот. Так. Мы, значит, так, что дальше? Я неявным образом предполагал, что у нас отображение является сжимающим во всем пространстве. На самом деле можно было рассматривать какую-то область в пространстве. Если в этой области отображение сжимающее, и начальное отображение принадлежит, и начальное отображение x0 принадлежит этой области, ну и область все время отображается в себя, ну понятно, что все рассуждения, ну, дословно, все то же самое. Вот. Итак, значит, метод сходится со скоростью геометрической прогрессии, как легко видеть. Да? Метод сходится со скоростью геометрической прогрессии. Ну, вот давайте рассмотрим другой метод, который является более популярным, да? Ну вот это один, значит, метод. А второй метод, он поинтереснее будет, но у него более узкая область сходимости. Ну, я имею в виду метод Ньютона. Итак. Итак, пусть у нас есть какое уравнение. Пусть у нас есть уравнение f от x равно нулю. f от x
равно нулю. Ну, пусть x с чертой это корень. X с чертой корень. Давайте разложим. Разложим f от x с чертой. Ну, представим, значит, f от x с чертой. Разложим в ряд Тейлора. Разложим в ряд Тейлора. Имеем. Получится f от x в окрестности корня плюс f' от x, так, вот какой-то там давайте кси напишем, да, на x чертой минус x. Что? Ну, выписал просто, а остаточный член это... Так. Два члена разложения в ряд Тейлора. Ну, отсюда можно, ну, поскольку это равно нулю, да, это ноль, f от x с чертой равно нулю. Значит, отсюда мы получаем, что x с чертой у нас будет равно x минус f от x делить на f' вот какой-то, в какой-то точке кси. Ну, все замечательно, только мы вот эту точку кси не знаем. Но если x у нас близко к корню, то и f' меняется мало в окрестности корня. То есть f' меняется мало в окрестности корня, ну и, скажем так, не равно нулю, да? Тогда можно вот эту вот точку кси заменить на точку x. Конечно, мы получим тогда не x чертой, а какое-то приближенное значение. То есть, ну, вот исходя из этих соображений, можно, значит, выписать итерационный процесс. А именно, следующее приближение xn плюс 1 будем искать через предыдущее, вот по такой формуле. Xn минус f от xn делить на f' от xn. Так. Ну вот эта формула в одномерном случае, она просто называется методом Ньютона. Она имеет геометрическую интерпретацию. Итак, если у нас есть, вот пусть у нас там, вот у нас график, вот корень. Значит, в одномерном случае это называется метод касательных. То есть вот у нас начальное приближение, значит, что у нас есть? Вот эта точка x0. Значит, мы берем геометрическая интерпретация какая? Мы проводим касательную до пересечения. Это вот будет x1. Восстанавливаем функцию в этой точке. Опять проводим касательную. Будет точка x2. Ну и так далее. Видно, вот из картинки видно, что метод сходится. На самом деле можно, конечно, нарисовать другие картинки, где метод сходиться не будет. Вот. То есть это говорит о чем? О том, что надо исследовать. О том, что это все надо исследовать. Вот. Итак, в общем случае, давайте рассмотрим так, общий случай. Итак, в общем случае у нас что будет? У нас будет система уравнений f от x равно нулю, где x это x1 и так далее, xm, и f это тоже f1 и так далее fm. Итак, вот у нас есть система m уравнений, m неизвестных. Мы хотим построить аналог метода Ньютона. Ну что, делаем все то же самое, что было в одномерном случае.
Ну, только я здесь чуть-чуть поправочку сделаю, да? Вот в одномерном случае я писал вот так вот, да? Я писал вот такую формулу. В многомерном случае, ну, встает вопрос, что такое F-штрих, и оно стоит почему в знаменателе, ну и так далее. Вот студенты часто ломаются на этом деле. Вот. На самом деле надо написать, просто вот надо пользоваться, ну давайте вот умножим на F-штрих, ну и тогда итерационный процесс будет выглядеть у нас следующим образом. F, значит, F от x n плюс F-штрих от x n на x n минус n плюс 1 минус x n равно нулю. Вот на самом деле итерационный процесс надо выписывать вот в такой форме. Для случая системы вот эта форма она более удобна как для исследования теоретического, так и для практического использования. Итак, что будет, как записать вот это вот в случае системы? Да все точно так же. Значит, пишем f от xn, то есть это система, это вектор, то есть уравнение векторное, плюс f-штрих от xn. Так, что такое f-штрих? F-штрих это просто якобиан. dfit по dxgt. Значит, вот это якобиан. dfit по dxgt, да? Это матрица. Вот xn умножить на вектор. Умножить на вектор xn плюс 1 минус xn равно нулю. Все замечательно. Вот процесс выписан. Итак, на каждом шаге для реализации нам необходимо решать систему линейных алгебраических уравнений с матрицей F-штрих. Понятно, да? Вот у нас есть F-штрих. И для того, чтобы найти xn плюс 1, мы должны решить эту систему уравнений. Но система уравнений линейная. Она линейная. Так. Ну, давайте будем исследовать сходимость этого метода. Итак, какие требования надо, скажем так, наложить? Какие требования надо наложить на вектор-функцию f, чтобы метод сходился? Ну, давайте посмотрим. Вот на каждом шаге нам надо обращать f-штрих от xn, да? Ну, для того, чтобы... Ну, то есть в окрестности корня эта матрица должна быть обратима. То есть она не должна там... Ну, и обратная матрица должна быть ограничена по норме. Итак, первое условие. Итак, пусть у нас, значит, через U от A обозначим это по определению множество точек x таких, что норма x минус x чертой, ну, меньше A, да? Ну, как обычно, окрестность радиуса A. Итак, предположим, что в окрестности радиуса А у нас выполнены условия. Так, первое условие какое? Норма обратной матрицы, норма F-штрих минус 1 ограничена, да? Давайте напишем, меньше равно M1 какой-то. Первое условие. Так, теперь второе условие. Ну, второе условие, ну, наверное, гладкость надо добавить, да?
То есть мы рассматриваем, как всегда, ну, для начала гладкий случай. То есть должно быть, ну, скажем так, функция должна быть достаточно гладкой. Второе условие, как, что это означает? Это означает, что норма f от x, f от x раскладываем в ряд Тейлора, в ряд Тейлора, минус, значит, f от y, да, минус f' от y на x минус y. Вот это вот норма. Итак, мы f от x разложили, взяли два члена разложения в ряд Тейлора, взяли два члена разложения в ряд Тейлора, ну и следующий член должен иметь порядок, квадратичный порядок, да? Потому что будет x минус y в квадрате. То есть это будет меньше равно какая-то константа m2 на норму x минус y в квадрате. Это вот естественное требование, ну, которое просто следует из этой формулы. Которое следует из этой формулы. Ну, теперь я могу сформулировать условия, сформулировать теорему о сходимости. Итак, теорема. Пусть в некоторой окрестности, пусть в некоторой окрестности радиуса А выполнены условия 1, 2. Выполнены условия 1, 2. Тогда утверждается, что существует, тогда существует окрестность радиуса B, ну, где B меньше или равно А, такая, что метод будет сходиться, если начальное условие попадет в эту окрестность. То есть, если начальное условие попадет в эту окрестность, то наш метод будет сходиться. Ну и заодно мы оценим скорость сходимости. Так, на самом деле доказательство это достаточно простое. Доказательство достаточно простое. Итак. Так, мы приступаем к доказательству. Итак, вот у нас есть выписан итерационный процесс, да? Значит, из этого итерационного процесса мы можем записать, что x n плюс 1 равно, так, давайте я так вот напишу, равно x n минус, здесь будет стоять f' от x n. Это матрица, взяли обратную матрицу, умножить на f от xn. F от xn. От обеих частей, ну, нас интересует, значит, погрешность. От обеих частей давайте отнимем x чертой. От обеих частей отнимем x чертой. Ну вот я тут специально оставил место, значит, x n плюс 1 минус x чертой, это будет равно x n минус x чертой и минус вот эту вот величину. Так. Ну, теперь дальше давайте просто оценивать. Давайте оценивать норму. Итак, норма x n плюс 1 минус x чертой. Так. Будет равно норма. Здесь, значит, будет стоять f' от xn. Так. В минус первой. В минус первой.
умножить, ну, примененное к xn минус x чертой, так, минус f от xn, да? О, скобку закрыли, вот так вот, поставили значок нормы. Дальше будет меньше равно, ну, это у нас оператор, да? Оператор, примененный к вектору. Значит, это будет меньше равно норма. Норма вот этого оператора. Норма этого оператора ограничена m1. Меньше равно m1. Так, и здесь остается норма xn минус x чертой минус f от xn. И поставим так. Сейчас надо сообразить, какой знак. Что еще здесь надо поставить? То есть итак, так вроде бы я все писал так, как надо. Так. Смотрим, значит, что у меня здесь стояло. Ага, во. Ну, конечно. Вы меня не поправили, да? Вот здесь мне надо было, извините, я вот здесь скобочку поставил, да, а тут вот будет f' от xn, да, применить к xn минус x чертой. Во, все. Вот, теперь все правильно. Я же вот сюда f' я вынес сюда, значит, тут будет f' вот сюда. В минус первое я вынес, значит, тут будет f' стоять. Все. Значит, давайте так, f' от xn, да, примененное к xn минус x чертой, минус f от xn. Так, сейчас надо знак посмотреть, какой. Надо посмотреть, какой будет знак. Наверное, плюс f от x чертой, f от x чертой, да? Ну, f от x чертой просто равно нулю. Теперь давайте смотреть, что у нас здесь будет. F от x чертой. Ту-ту-ту-ту-ту. Знак. Ага. Здесь знак я поменяю. Здесь, значит, будет знак минус. F от x чертой. Минус f от xn. Минус f' от xn на x чертой минус xn, это будет меньше или равно, чем m2, меньше или равно, чем m2. Так, m1 там стоит множитель, и тут будет m2, и умножить на норму x2, xn минус x чертой в квадрате. Итак, как выбрать, теперь вопрос, как выбрать вот эту величину b? Как выбрать величину b? Ну, ясно, что если xn минус x чертой норма была меньше b, вот, я хочу, чтобы вот эта вот норма тоже была меньше b. Значит, вот это должно быть меньше b, да? А вот это вот b квадрат у меня стоит. Значит, для того, чтобы я попал в окрестность радиуса b, мне нужно, чтобы выполнено было неравенство m1
на М2 и на Б. Это было меньше единицы. О! Вот такая оценка должна выполняться. Ну, понятно, что при достаточно маленьком b это всегда будет выполнено. То есть все, если, то есть b я должен выбирать, b я тогда должен выбирать, b равно минимум из двух величин a и единица делить на m1, m2. Вот все. Итак, если я попал, если у меня начальное приближение попало в эту окрестность, то я из нее больше не выйду. Это первое. Ну и второе, давайте оценим скорость сходимости. Вот у меня есть неравенство, давайте я обе части умножу на m1, m2. У меня будет тогда выполнено условие. У меня будет выполнено условие. Какое? М1, М2 на норму х n плюс 1 минус х чертой будет меньше равно М1, М2 на норму х n минус х чертой в квадрате. Ну, если я сделаю, ну, я дальше могу продолжить это все. Ну, и у меня в конце концов получится оценка, что m1 на m2 норма x n минус x чертой будет меньше равна. Здесь, значит, будет m1, m2, норма x, x0 минус x чертой. Так. В степени 2, в степени n. Итак, если я попал в окрестность, это у меня меньше единицы. Это у меня меньше единицы, да? Потому что я окрестность так выбирал, то у меня величина, которая меньше единицы, будет возводиться в степень 2 в степени n. То есть метод сходится, и вот скорость сходимости, вот это называется сверхсходимостью. Но тривиальный пример, например, это... Ну, предположим, что мы хотим найти корень квадратный из двух. Мы хотим найти корень квадратный из двух. Вычислить. Итак, что это означает? Это означает, что мы должны решить уравнение x квадрат минус 2 равно нулю. X квадрат минус 2 равно нулю. Так. Ну что, выписываем метод Ньютона. Итак, как он будет выглядеть? X n плюс 1 равно xn минус f от xn, то есть xn в квадрате минус 2, делить на производную 2xn, 2xn. Все. Ага, извините, я так вот, я вниз напишу номер. 2xn. Ну, надо выбрать начальное приближение. Начальное приближение, ну, как 1,5, да? x0 равно 1,5. Я как-то ради интереса взял, посчитал. Вот по этой формуле.
Значит, второе, значит, x2 в данном случае будет, 5 знаков после запятой будут точными. 5 знаков после запятой – это второе приближение всего. Мы вычисляем, вот x0 известно, x1 нашли x2. Я не помню, то ли 5, то ли 6 знаков после запятой являются точными. То есть метод сходится очень быстро. Проблема одна. Надо попасть в окрестность корня. Как попасть в окрестность корня? А вот это уже, ну, например, методом простой итерации. То есть мы сначала запускаем метод простой итерации, он сходится медленнее гораздо, но зато мы можем попасть в окрестность. Как только мы попали в окрестность, дальше метод Ньютона сходится мгновенно.